вижу в нем повышенную чувствительность. Болезнь начинается тогда, когда нарушается сознание, когда хаос ворвается наружу. Мучительные духовные искания великого писателя. Я вижу все, о чем думаю и о чем пишу. И острое ощущение действительности. Это мой дар и мое проклятие. Как же вы верно приблизились к естественности. Возвышенные стремления гения. Прошлое – грязный дворик, который приведет к чистому дому. И желание служить обществу. Сильнее всего беспокойство духа. С ним труднее всего воевать. Валентина Теречкина. Евгения Редько. А чего вы плачете? Анастасия Заворотнюк. Это светлые слезы. Гоголь. Ближайший. Премьера. 8 октября в 20:50 на русском иллюзионе.